За счет средств, заработанных в ходе недавнего общегородского субботника, в Новополоцке продлили велодорожку вдоль Западной Двины от развлекательного центра «Голливуд» до улицы Центральной, что примыкает к 14-й школе. Всего около километра. В будущем планируется продлить велодорожку еще на километр. Полоцкий лесной колледж переедет в здание бывшего торгово-технологического колледжа по улице Пушкина 2 к концу года. На эти цели выделено 210 тысяч бюджетных средств. В здании бывшего учебного корпуса лесного колледжа будет историко-культурный центр при Спасо-Ефросиньевском монастыре. В Новополоцке объявлен конкурс среди субъектов хозяйствования на лучшее оформление к новогодним праздникам. Состязание проводится в трех номинациях – лучшая объемная световая фигура, лучшее оформление фасада и входной группы и лучшее оформление прилегающей территории. Итоги подведут 16 декабря. Республиканская акция «Не прожигай свою жизнь» стартовала в Витебской области. До 12 ноября сотрудники МЧС проведут тематические мероприятия на предприятиях и в организациях. Особое внимание уделят лицам, злоупотребляющим спиртными напитками.